Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас игра от подписчика, который у нас на канале давно, это Кирилл Дятлов. Мы как-то уже играли в Quick Thief, а вышел Quick Thief 2. На него ссылочка будет в описании, игрушка платная, стоит 50 рублей, ВКП. Собственно, если хотите, если уж сильно реально захотите, можете купить. Я постараюсь вам игру продемонстрировать, заодно саму узнать, хороша ли она или нет. Голова первая, старое дело. Возможно, вы слышали что-либо обо мне. Это я вместе со своими друзьями промышлял ограблениями много лет. Меня все кличили воробьем. Ограбили мы в основном квартиры. Это типа деньги. Продавая то, что успели схватить. Но, как известно, все имеет начало и свой конец. О, блин. Как я уже сказал, все было успешно до одного момента. Повязали. Нас в итоге арестовали и предали суду. Ну, даже кат-сцены есть, ничего себе. Нам пришлось ответить за все, что мы совершили. Но эти годы, проведенные в колонии, пролетели для меня как секунда. Я еще тогда понимал, что вернусь и снова начну грабить. Я угнал машину и первым делом решил взяться... И снова будешь садиться в тюрьму, да? С возвращением, как уже было сказано, воробей вернулся из тюрьмы и решил взяться за старое. Первым делом он взялся за кое-что простое, решив по старинке ограбить небольшую квартиру. Тем не менее, там много интересного. Так, вот курсор немного мешает, но надеюсь, если не обращать внимания, то как бы ничего страшного не случится. Небольшую квартиру. Так, осталось 165 секунд. Надеюсь, на музыку авторских прав нету. Так, это предмет типа сам берется. Колеса тоже это я взял. Ага, украдено денег. Украдено вещей. Сверху у нас. Тут закрыто. А, стоп. Открыл. 3, 5, 4. Это у нас что значит? Пока не знаю. Так, еще одна. Колесо. Код. Вот этот, да. Это тот самый, да. Украдено денег 5 из 5, но мы одну, по-моему, взяли всего. Ну, типа, все, задача выполнена. Что-то застреваю я в этой месте немного. Да? Угу. Так. Какой-то странный дом. Почему тут окна кверх ногами? И почему первый этаж настолько низкий? Что тут вообще есть? Прыгать я не могу. Поворачивать вверх-вниз тоже не могу. Железнодорожный вокзал. А войти нельзя туда. Такие вот частные домики очень-очень странные. Олегос. Туда, конечно, нам нельзя. А вообще, что тут и имеется? Полиция, может, нам туда не надо? Мясо, овощи, фрукты. Стрелочка показывает туда. Торговый дом дядя Вася. Получше не мог название придумать. Электрокирдык, да, еще больше не мог придумать название. Продукты, а справа что? Шкила. Бар «Красный рассвет». Это город бытовуха, фрукты. Бытовуха вместо бытовой продукции, так сказать. Конечно, город смешной. Украдено 5 вещей, украдено 5 купюр, взломано 2 замка. По-моему, я только один замок взломал. Разве нет? Ну ладно, завершено так завершено. Еда вором-домушником воробью интересно, но в то же время ему хочется попробовать что-нибудь новенького. И тут он узнал про... И тут он узнал, что в ПГТ, куда он сейчас приехал, закрывают продуктовые магазины за банкротство. Все деньги уже внесены владельцам, остались, но остались вещи. Еда! Помните... Мадагаскар мультфильм первый, там Алекс такой: еда! Короче, смотрим, где же тут есть еда.
Пока что я вижу одну паутину. Ненавижу паутины. Украдено вещей. А, даже физика какая-то есть. Правда, физика такая, как будто я на Луне нахожусь. Вещей пока не наблюдается. А что будет, если кончится время? Проверять не хочется, если честно. Так, тут закрыто. Ох, что-то не наблюдается здесь. Никакой еды. Там тоже закрыто. И это не открывается. Непонятно, что тут написано. На педаль-то нажал. Что? Не понял. Да фиг его знает, что здесь. Жмем на педали, не знаю, нужно ли это вообще или нет. Никаких вещей, что-то здесь не наблюдается. Там вначале что-нибудь есть? Нет. Тележку можно двигать, но что это дает-то? Ничего это не дает. А, вот, одну вещь украл. Осталась только минута одна. Остальные где? Туда он не проходит. Что это значит вообще? Но здесь я больше не вижу вещей. И двери эти не открываются. Заново, типа. Ну, я знаю, где одна из вещей, но остальных я не нашел. Компьютер для чего нужен? Ничего это не делает. И педали тоже бесполезные, по-моему. Я мог бы, конечно, вот в эти вот витрины заглядывать, но вряд ли что-то в них есть вообще.
Такое чувство, что там что-то торчит, но мне до туда не достать. Как? А еще, кстати, нельзя выйти никак. Ну вот я нажал на... Ну вот я нажимаю на педали на все. Но ничего это не дает. Было бы логично, если бы за этими дверями что-то было, но они не открываются никак. Так, ну ладно, придется выйти. Давайте третью главу сразу посмотрим. Чё? Чё, разговаривай нормально, научись. Слушай, ты интеллигент, может ты хотя бы скажешь, кто ты и где я нахожусь? Ты? Нигде. Что ты несешь, идиот? Кто я? Это не имеет смысла. Скажу еще кое-что. Меня на самом деле не существует, и место, где ты находишься, тоже нет в реальном мире. Ты больной? Лучше слушай, мать, тебе нужно пройти 6 испытаний. А если выживешь, то тебя ждет сюрприз. Какой еще сюрприз? Тебе рано знать, что это. Скажу лишь только то, что это сюрприз то, что ты больше всего искал. Не понял ничего, но давайте сектор А, спальный район. И еще одна. Сектор Б, бассейн. Верховная главнокомандующая бассейна парилка. Ее нет. Тренерская. Не пускают ни туда, ни туда. Ничего тут нету. Может быть, в той стороне. А телевизор не крадется, что ли? Я понятия не имею, что с этим делать надо. И этот, двери эти не открываются все. О, открылась одна. Ну что-то я не прохожу туда, и я тут застреваю. Там тоже ничего нету. Мужской душ. Так. Вода отравлена, купание запрещено. Можно только смотреть на нее, да? Но тут все пусто тоже. Ничего здесь нету. Так, футбольный мяч. А, в смысле? А это? Это не открывается. Так, ну. Еще раз украдем, значит, то, что там лежит.
здесь не открывается. Медпункт тоже не открывается. Мечи не берутся, по-моему. Только с каких пор вообще неинтересна вода отравлена? И чем отравлена? А тут с текстурами проблема. Там тоже ничего нету. Не открывается. Осталось украсть еще две, непонятно чего. Вот это же, здесь же закрыто, и там тоже никаких предметов не было. Вот может там что-то есть, но я не знаю, как это открывать. Туда не пускают, туда никто нас не пускает. Вот по идее телевизор можно было бы взять, но он не берется. Шкафы не открываются. Мне кажется, не просто же так нам дверь сюда открывают. Что-то здесь должно быть. Но ничего нету в этих комнатах абсолютно. Ой, почему это я подпрыгнул? Или это лестница? Так, я вижу какой-то предмет, но я не могу взять его. Так, он не забирается выше. Да он туда не залезает вообще. Он не залезает просто туда никак. Он не лезет туда. Вообще не лезет. Это типа я дотронулся воды. Короче, я не... Что, как этот уровень проходить, я тоже не имею понятия. Так, ну давайте последнюю посмотрим главу тогда. Про операция банк. Мы немного поговорили друг с другом. Вспоминали былые времена. Успешные ограбления 15 лет назад. А мне они рассказали, что пошли на второй срок несколько лет назад. Поэтому так же, как и я, вышли из тюрьмы совсем недавно. В конце концов, мы решили воссоединиться, чтобы ограбить банк. Золото. Три икс плюс 150 равно 600. Что это означает для нас? А, вот деньги. Они не берутся. А, нет, не берутся. И... Я ничего не понимаю. Ч
Чё ты? А, вот. Полицейские машины летать умеют. А это я управлять должен был. Что это такое сейчас было, блин? Да, летающие машины. Хотя я сначала думал, что это какой-то баг, но это реально летающие машины. В смысле, во что я врезался? Ну, блядь, медленно что-то совсем летим. Это не то чтобы сложно, это долго. И неинтересно от того. А впереди машин много еще. Кажется, все пролетели, но конец-то будет, нет? Так и закончилось наше воссоединение. Будет. Операция была успешной. Мы стали за одно ограбление богаче, чем за весь сезон 15 лет назад. Так, все, это титры пошли, да? Ну давайте титры посмотрим, кто вообще создавал эту игру. Игра была разработана Кириллом Дятловым, да. Дата начала разработки 15 ноября 2023 года, дата анонс 10 декабря того же года. Дата окончания этого года, не помню, не понял, что за дата. Ну, я ничего игре, наверное, ставить не буду, я даже не знаю. Игра, конечно, получилась гораздо лучше, чем Quick Tip 1, но... Как и, к сожалению, все игры от подписчиков, которые у меня были, эта игра тоже получилась очень скучной и неинтересной, по крайней мере, для меня. Покупать или не покупать вам ее за 50 рублей, решать только вам. Ну а на сегодня все, с вас Ликус Подписоза, с меня эпичный видос, подписывайтесь на мой блоговый канал и группу ВКонтакте. Всем пока!